Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 108. Я продолжаю тему бесплатного лендинг-пейдж своими силами на бесплатном компоненте SP Page Builder. В предыдущих уроках я показал вам, как и где скачать официально данный компонент, где скачать бесплатный для этого шаблон и как очень быстро можно собрать свой собственный лендинг без копейки вложений в какие-то расширения, шаблоны и так далее. В продолжение этой темы я хочу показать, как сделать также бесплатно форму заявки или заказа звонка на ваш лендинг. Какой лендинг не имеет такой формы, я не знаю. То есть такая вещь, несомненно, нужна на лендинге. К сожалению, в самом компоненте SP Page Builder такой формы нет, в бесплатной версии, по крайней мере. Поэтому я покажу, как поставить бесплатный интересный модуль и вывести его на SP Page Builder. Как сейчас вы видите вот здесь. То есть у нас есть два поля. Самое главное — имя и телефон. И телефон здесь не просто поле, а маска ввода, что очень удобно. То есть что за маска ввода? Когда мы кликаем в поле телефон мышкой, чтобы написать телефон, у нас появляется сразу зона плюс 7, в скобках обычно там пишут, там, например, 960 и дальше трехзначное число, двухзначное и двухзначное, то есть сотовый телефон. И кнопка «Отправить». Давайте рассмотрим, как это реализовано. И плюс в заголовке этого урока вы видели, что я написал плюс бонус. Что за бонус? Сейчас вы это узнаете. Очень приятный бонус. В предыдущих уроках, когда мы делали с вами контент через компоненты SP Page Builder, вы обратили внимание, что у нас все на английском языке. То есть к данному уроку я приложу вам готовый русификатор для данного компонента, который ставится очень легко. Я предлагаю вам сначала поставить русский язык на данный компонент, чтобы приятно уже было работать, а дальше уже будем рассматривать модуль обратного звонка. Данный модуль и русификатор вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет в описании к этому видео. Итак, как ставится русский язык на данный компонент? Мы переходим в расширение, менеджер расширений, и обычно устанавливаем, как любое расширение на Joomla сайт. Когда вы скачаете модуль и русский язык, они будут называться и выглядеть вот так вот. Соответственно, тот архив, который называется RURU, это и есть русский язык. Я просто перетягиваю мышкой его в это поле, загрузить и установить. И у нас автоматически русский язык применится. Конечно, будет переведено не все, но очень много. А далее мы переходим в SP Page Builder. Страница уже видим на русском языке. И уже приятно, приятно смотреть. Все кнопочки у нас на русском языке. Далее здесь аддоны видно уже по-русски. Эти все ссылки по-русски, здесь по-русски. И самое главное, аддоны вот эти все у нас теперь на русском языке. И даже подсказки всплывающие также на русском языке, что очень приятно. Давайте теперь установим модуль обратного звонка. Я выхожу из компонента, переходим в расширение, менеджер расширений, и ставим модуль. Модуль также русский, а точнее он переведен на русский язык. Переходим в менеджер модулей, и очень легко вы его настроите. Вот он у меня здесь находится, заходим внутрь. Показать заголовок мы скрываем, позицию мы не ставим, состояние опубликовано. Привязку здесь мы ничего не делаем. Здесь важный момент. В поле email нужно указать email, привязанный к вашему домену. То есть обычный email, там, например, 123@mail.ru уже не пройдет. И потому что политику изменили компании Mail, также и Google, Яндекс. Уже, возможно, письма не будут доходить. Сразу вас предупреждаю, форма 100% рабочая. Как привязать ваш email к вашему домену? Об этом вы можете посмотреть видеоуроки от самого Mail.ru, если вы будете создавать. У них это бизнес-почта, бесплатная бизнес-почта. Также можно создать, я знаю, что на Гугле такую почту. Вот, но я временно поставлю такой email обычный. То есть вот такого рода email вы уже не используете. Я его здесь поставлю, потому что я отправлять, тестировать это не буду. Сейчас я хочу показать, как просто разместить данную форму на лендинг. Она рабочая 100%. Ну и далее здесь я не вижу смысла объяснять. И смотрите, здесь все у нас, в принципе, на русском языке. Мы сейчас это все дело просто сохраняем и закрываем. А далее мы переходим на нашу страницу. Например, я хочу также
разместить как вот здесь вот, форму наверху, в правом углу. Для этого я перехожу на страницу и разобью на три колонки данную строку. Эти кнопки, блоки я перенесу сюда. Здесь мы кликаем по иконке «Добавить новый аддон». Здесь мы выбираем Joomla модуль и кликаем вот по полю «Модуль». Здесь в списке всего лишь один модуль, так как здесь больше модулей, у меня больше включенных нет. Выбираем наш модуль, нажимаем «Apply», нажимаем «Сохранить». Идем на сайт, обновляемся. Да, и у нас пока получилась вот такая тема, обратный звонок. Кнопочка, да? Она у нас тут даже не срабатывает, потому что, возможно, это выведено через SP Page Builder, но я хотел не так вывести, а вот в раскрытом виде, да? Здесь я поторопился, для этого мы переходим в расширение менеджер модулей. Это настраивается в самом модуле. Вот здесь вот мы выбираем не кнопку, а в списке выбираем простую форму. Сохранить, закрыть. Теперь идем на сайт, обновляемся. Форма у нас разместилась. Конечно же, здесь, чтобы она лучше смотрелась, нужно подложить под нее какую-то подложку. Для этого мы переходим в расширение SP Page Builder страницы, переходим внутрь нашей страницы. А здесь мы заходим вот по этим настройкам. Цвет фона я выберу такой вот сероватый. Здесь на ваше уже усмотрение. Apply сохранить. Обновляемся, и у нас как бы явно нужны отступы, внутренние отступы, чтобы этот фон не прилипал к нашей форме. Это легко делается посредством SP Page Builder. Это у нас внутренний отступ как раз таки. Нам нужен слева и справа, поэтому я отступлю 10 пикселей справа. И слева, но не забываем для как бы низа поставить 0 пикселей и сверху тоже 0, если что, потом допишите здесь пиксели, если там потребуется также отступ. Сохраняемся, обновляемся, и у нас слева и справа происходит отступ. Далее вот с этими текстами, если вы хотите работать, это у нас выводится непосредственно в самом модуле. Также нам нужно сделать отступ от верхнего края, чтобы у нас подложка не прилипала к верхушке браузера. Для этого мы переходим в сам модуль, в его настройки, в стиле. И внизу margin. Сверху мы отступаем. Например, я отступлю 30 пикселей. И здесь поставим 0 пикселей. Ставим так. Обновляемся. У нас происходит отступ, в принципе, как я и хотел. Потом, вот здесь вот не надо, чтобы делилось на вторую строку заголовок «Заказать звонок». Просто я хочу оставить. Переходим в расширение менеджер модулей. Заходим в наш модуль. «Заказать» просто оставляю звонок. «Сохранить», «Закрыть». Обновляемся. Чтобы добиться как бы заголовка в одну строку, да, вот уже смотрится в принципе неплохо. Возможно, здесь стоит поиграться с цветом именно подложки, что-то выбрать более подходящее по дизайну, потому что форма в принципе сейчас выглядит невзрачно. Возможно, подойдет какая-то желтая или возможно как вот цвет кнопки подробнее, потому что здесь в принципе эта кнопка уже будет не нужна, я думаю, когда у нас будет здесь форма. В принципе, я на этом, наверное, заканчиваю. Я вам показал инструмент, как им пользоваться. Здесь уже зависит, в принципе, от вашей фантазии. Вы уже сможете сами как-то подобрать цвет под свой дизайн, как-то его настроить. Возможно, данный модуль у вас будет смотреться на лендинге где-то внизу. Если для вас урок был полезен, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом
под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.